дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Ну вот уже прошло чуть меньше года, как я запустила аквариум свой 160-литровый. Ну и поговорим немножечко о накопившихся вопросах, которые мы часто задавали. Ну и как вообще, что происходит дальше в моем аквариуме. У меня задавали вопрос про грунт GBL Monada. Ну что я могу сказать об этом грунте? Этот грунт очень легкий. И в него очень тяжело сажать растения. И он вроде как бы красивый, мне очень внешне нравится, все растет на нем хорошо. Но то, что он легкий. И я сюда еще добавила грунт потяжелее, я смешала легкий грунт с тяжелым. И сейчас как бы растения очень хорошо сажать. У меня довольно-таки такой большой слой здесь этого грунта. И когда я смешала с тяжелым грунтом, тогда стало нормально, все сажается, растения, проблем нет. Но когда вот был только чисто GBL Monada, скажу честно, очень сложно было сажать растения. И внешне он красивый, но то, что он легкий, это его большой минус. Ну а сам по себе мне грунт нравится. Просто берете этот грунт, смешиваете его с другим, и тогда нормально будет, как бы проблем нет. Растет все хорошо, как бы, все нормально. Также мне задавали вопрос, очень часто, кстати, про лампы. Где можно купить такие лампы? У меня было видео освещение в аквариуме 160 литров. Здесь стоят светодиодные лампы. Посмотрите, в отражении в воде видно, в каждой лампе идет по две ленты светодиодов. И в этом аквариуме таких две лампы. И получается 4 ленты светодиодов. Вы можете зайти на этот сайт и ознакомиться с этими лампами. Ссылочку на него вы найдете в правом верхнем углу, подсказочку. И там я давала ссылку на эти лампы. Но я дала ссылку, просто я вот, у меня Диверса называется аквариум, да? Я в интернете набрала Диверса и зашла на сайт. Это польская фирма. Зашла на сайт и нашла там такие лампы. И я чисто дала ссылочку на эти лампы, чтобы вы могли ознакомиться, какие лампы в этом аквариуме. Я их не покупала отдельно, они у меня шли в комплекте, вместе с аквариумом. Так что, сколько они стоят отдельно, я не знаю. И если мне эти лампы, допустим, рано или поздно придется менять, я не знаю, я, наверное, буду заказывать их через магазин, в который я покупала именно этот аквариум. Потому что через сайт навряд ли я смогу заказать. Буду именно заказывать через магазин. Поэтому, сколько они стоят эти лампы, честно говорю, я не знаю. Но описание их вы можете посмотреть на этом сайте этой фирмы. Что такое? Кто тут кричит? А? Кто тут кричит? Потом спрашивали про удобрения меня. Как я лью удобрения? То, что у меня есть удобрения, я делаю все по инструкции. И лью я их тоже по инструкции. Пользуюсь я такими вот удобрениями. Это у меня макро. Это у меня еще добавляю жидкий СО2. Хотя у меня есть СО2 и подача, у меня идет баллон. Не баллонная, а брага. Но я еще и лью и жидкий СО2. Это у меня калий, у меня еще есть микроудобрение этой фирмы. В общем, просто такой фирмой я и лью все по инструкции. Поэтому, вроде пока все нормально, да, все растет. Я всегда все делаю по инструкции. Еще так спрашиваю, можно ли аквариум без удобрений, вот содержать аквариум без удобрений. Конечно, можно, если у вас неприхотливые растения. Такой опыт у меня был. У меня был 100-литровый аквариум и 200-литровый аквариум, в котором прекрасно росли растения. Там не было ни СО2, ни удобрения, я не делала ничего. Но у меня был оба эти аквариума перенаселены рыбой. И, видимо, рыбы давали этим растениям все, что им необходимо. И поэтому они у меня хорошо росли. Вот я нашла несколько старых фотографий. Это 200-литровый аквариум, где свалистерия просто росла как на дрожжах, как сорняк просто. Она, я даже ее вырывала. Это 100-литровый аквариум, здесь у меня мох хорошо рос, криптокарина хорошо росла, просто был шикарный куст. Это у меня креветочник, все эти аквариумы без удобрений и без подачи СО2. Это 100-литровый аквариум, здесь уже видно криптокарина, здесь она еще такого среднего роста, она была у меня вообще очень огромный куст. Это также 100-литровый аквариум, но немножечко уже здесь дизайн уже меняла. В общем, здесь у меня росло все очень хорошо, без удобрений и без СО2. Поэтому, если у вас неприхотливые растения, можете обойтись и без удобрения. Но желательно, чтобы была рыбка, которая бы их удобряла бы. Но это чисто я все говорю из своего личного опыта.
потому что аквариумы все разные, нет одного рецепта на все аквариумы. Каждому аквариуму надо подходить индивидуально, и где-то должна срабатывать какая-то интуиция. Я вот когда смотрю на свой аквариум, да, вот я всегда интуитивно чувствую, что нужно мне с ним делать, а что не нужно. Даже возьмем те же водоросли. Вот у меня такая была неприятная водоросль, как кладофора. Не шаровидная, которая специально кладут кладофору, а именно водоросль. Она такая на ощупь такая, знаете, жесткая, такие жесткие волоски и вонючая. От этой кладофоры очень тяжело избавиться, потому что, в принципе, она любит все то же самое, что любят растения. Я вам скажу честно, вот я смотрела на ютубе, как от нее избавиться, не помню, как называется канал, там один мужчина, что он только не делал, ему очень проблемно было избавиться от этой водоросли. Он и химию лил, и, ну, по-всякому там, да, просто я забыла канал, как называется, я бы сейчас вам сказала бы. Я думаю, блин, ну зачем мне лить всякую химию, если человек вот не может от нее избавиться? Я решила так, что я не буду от нее избавляться, я буду просто механически, вручную каждый раз ее убирать. И скажу честно, вот, когда она у меня появилась, она у меня очень быстро распространялась, да, мне приходилось через день залазить в аквариум и вручную эту водоросль вытаскивать. Но здесь самое главное – запастись терпением. Я, как говорила, да, ничего не лила сюда, я просто делала подмены, это не раз в неделю, ухаживала за аквариумом, все как положено, все по инструкции, как положено ухаживать за аквариумом. И набралась терпения, и каждый раз, как я вижу, где появилась, это уже разрослась эта водоросль, я залазила и механически ее убирала. Это было на протяжении нескольких месяцев. И потом, когда у меня аквариум стал зарастать вот растениями, вот очень, видите, какой сейчас зарос, тут уже пора даже стрижку уже делать, скоро буду делать стрижку. Эта водоросль постепенно стала уходить. Я думаю, возможно, растения начали ее выдавливать, да, или, может быть, они стали ее затенять, ей стало не хватать света этой водоросли, и она постепенно перестала у меня расти, и все, что было, все, что видела, я механически убирала. Не могу сказать, что я полностью от нее избавилась, да, я наверняка, если там покопаться или через лупу где-нибудь посмотреть, ее еще можно будет найти. Но сам факт, что она уже, ну тихо ты, сам факт, что она уже так быстро не растет, как вот раньше лазала через день и вытаскивала ее, сейчас я вообще не помню, ну последний раз я ее, наверное, вытаскивала, ну может быть где-то кусочек я нашла, где-то, может быть, месяц назад где-то там нашла маленький кусочек, который, видимо, еще остался со старых времен. Во всяком случае, она уже не растет у меня, она уже не распространяется, это кладофора сама по себе, в общем-то, она ушла, ты тихо, не мешай мне. Так что не надо лить никакую химию в моем случае было, да? Я не говорю, что вам этого делать надо, если у вас такая водоросль появилась. Вы смотрите по своему аквариуму. Все, что я говорю, это все на моем личном опыте. Это не значит, что должно быть и у вас так. Просто я рассказываю, как все происходило в моем аквариуме. Это, конечно, водоросль была очень неприятная. Она очень вредная такая, от нее вот тяжело очень избавиться, но все-таки я ее поборола, скажем так, так случайно, не специально, вытаскивала, ну и в итоге вроде как от нее избавилась. Если вот так вот даже через дуб посмотреть, она очень любит цепляться к грунту, к всяким предметам любит цепляться, да, и прямо надо отрывать так, и все-таки мы ее победили. Ну вот, у меня так же самое еще борода. Вот еще остались остатки. Вот как вы видите, на каяге, видите, вот есть на старых листьях. Борода еще осталась на новых листьях. Ее уже нету. Вы здесь вот на индикаторе, на дроп-чекере тоже, видите, тоже есть. Я специально не убирала, чтобы не чистила, чтобы вам показать. Где-то чисто, где-то совсем нету ее. Вот здесь вот коряга чистая, здесь вообще нету, да? Вот именно вот старые эти остатки, они еще есть. Вот здесь вот довольно-таки тоже чисто как бы, ну вот где-то есть, где-то нету. Вот она мне, допустим, еще все-таки мешает. Раньше она еще и на мхе была, но теперь уже на мхе нету, все чистенько здесь, как видно. Ну, как мне сказал, написал один мужчина в комментариях, что это, говорит, вьетнамка, это не борода, типа, ну, есть вьетнамка, есть борода, да, что-то у меня вьетнамка. Ну, возможно, я в этих водорослях так не ас, поэтому
Поверю тому комментатору, который мне это написал, да. Ну, тоже, скажу так, еще полностью от нее не избавилась. Ну, я скажу, я немножечко ленюсь, думаю, что если бы я делала почаще подмены воды, хотя бы 2 раза в неделю, я бы от нее избавилась бы. А так как делаю подмены через 7 дней, через 10 дней, поэтому она так вроде очень-очень лениво у меня, ну, потихонечку уходит. Во всяком случае, новые листочки у меня уже без бороды или без вьетнамки, в общем, как-то так, да. Поэтому тоже она еще все-таки у меня присутствует. Вот у меня здесь вот CO2 где показывает индикатор, на нем смотрю, вот она есть. Но если бы я каждый день залазила бы, чистила бы и убирала бы, ее бы уже не было бы, просто я немножечко ленюсь, поэтому она еще где-то у меня еще осталась. Но при большом бы желании бы я и от нее бы избавилась бы. Да, а ты не кусайся. Вещи разговариваю. Это завела собачку, как вы уже знаете. У меня теперь новый друг. Вот мы теперь. Она мне все время мешает тоже теперь. Попугай вроде замолчал. Вот это теперь у меня уже тут другой клиент появился. Так, ну что я вам тут еще хотела поговорить? Тут у меня записаны вопросы, о чем я хотела поговорить. Продобрение сказала. Потом. Так, про сублимированный трубочник. Мне один мужчина написал, что он купил такой сублимированный трубочник, и что у него не клеится к стеклу, и такая, один типа мусор от него. Я вам скажу так, что надо еще уметь его наклеить. Допустим, если вы берете сам этот квадратик трубочника, опускаете воду, да, а потом к стеклу приклеиваете, он так не приклеится. Вы должны идти от сухого стекла, вот где нет воды, сейчас вот здесь вот где нет там воды, да, вот сначала приклеиваете, пальцем прижимаете к сухому стеклу, а потом тихонечко-тихонечко опускаете воду на нужный уровень и еще немножко пальцем придавливаете. Вот тогда этот трубочник, он хорошо приклеивается и держится до тех пор, пока рыбы его не съедят. А если вы сразу опускаете в воду, а потом к стеклу, да, так он не приклеивается. Да, повторю еще раз. Сначала вы к сухому стеклу прижимаете, опускаете его, а потом еще раз, ну, посильнее прижимаете к стеклу, так вот немножечко прижимаете, прижимаете, и все, он у вас фиксируется, держится, рыбы подплывают и прекрасно его кушают. И он не отрывается, он держится, пока рыбы его не съедят. Я тоже сталкивалась с этой проблемой. Сначала мне тоже не получалось его приклеить, но потом я уже пробовала разные варианты, и в итоге я его приклеила. Рыбы с удовольствием его едят. Ни одной даже соринки у меня не остается от этого трубочника. Они съедают весь его. Поэтому старайтесь, да, как-то приклеить. Пробуйте разные варианты, и у вас все получится. Потому что действительно рыбам он очень нравится. Сейчас вам попробую показать. Вот он трубочник, вот у меня кубик, да, это сублимированный трубочник. Возможно, сейчас будет камера немножко трястись, потому что мне неудобно одной рукой снимать и делать эти манипуляции. Вот я приподняла специально крышку, чтобы вам было видно. Вот мы подходим к сухому стеклу сначала. Вот видите? Я его придавливаю. И теперь веду вниз на нужный мне уровень. И теперь здесь еще вот так вот пальцем прижимаю. Все, я уже чувствую даже рукой, что он у меня хорошо-хорошо приклеился. И вот все держится, и рыбки его едят. Им очень нравится, они очень любят этот трубочник. Это их самый любимый корм. И все эти вот, то, что вы говорите, ошметки, все это съедается подчистую. Аквариум чистый, и ничего у меня лишнего не плавает. И видите, очень хорошо держится трубочник. В общем, вы поняли, да? От сухого стекла идете и потом погружаете его в воду. Креветки этот трубочник тоже просто обожают. Они потом лезут вперед рыб и не пускают рыб к этому трубочнику. И как вы можете посмотреть, аквариум чистый, нигде ничего особо не плавает. Потому что все съедают рыбы.
молчать или нет. Ну, такие мы тут хулиганы. Ну, а в общем, все растет у меня здесь очень хорошо, как вы видите. Вот почему попробую растения, которые вроде как должны быть коротенькие, они у меня уже почти как длинностебелька стали, надо все подстригать. Аквариум у меня, конечно, немножечко зарос. Ну, вроде бы, как бы, все я рассказала, что вам хотела сказать, про грунт сказала, про лампы сказала, удобрения, про водоросли, про трубочник, ну, все, как бы, вам сказала. Так что, в принципе, меня все устраивает, конечно, на данный момент, кроме вьетнамки. Единственное, она мне еще мешает немножечко, она все-таки еще вот, не хочет до конца уходить, потихонечку она все-таки еще появляется. А так вот мне очень нравится, как мох здесь красиво, хорошо разросся. В общем, в принципе, ну, что еще сказать? По-моему, сказала все, что мне там спрашивали, задавали. В общем, растем, развиваемся, глаз меня радует, вся картинка мне нравится, за исключением, как я уже сказала, вьетнамки. Ну, вот, наверное, и все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!